Всем привет, с вами снова Эндрю, и мы продолжаем похождение по Намальску. Итак, Лантия. Добро пожаловать в Лантию. Так называемый корабль пришельцев или отдельная планета Лантия. Многие ее по-разному называют. Чтобы сюда попасть, вам нужно две вещи. Найти ключ-карту доступа НАК, которая спавнится на подземной лодке в правом верхнем углу, вроде бы, СКАТ-12 называется, правый верхний угол. Ее берем. Модуль доступа можно найти в А1 комплексе или исследовательский институт Афина, в основном все его называют А1. В А2 можно найти локатор пульсара в планете, ну и, соответственно, на этих двух военочках. Чтобы туда опять же попасть, вам нужно находиться в А3, соответственно. А3 это вот это место, огромный большой подземный комплекс, где находится пульт управления, доступа и связи с Лантией. Вкратце, чтобы сюда попасть, ключ карта есть, локатор пульсаров есть, началась аномалия, бежим на А2, спускаемся на третий подземный этаж, оббегаем по окружности, запускаем атомный генератор, ну, в данном случае контур стабилизации аномалии. Бежим опять обратно в Афина-1 или место спауна аномалии. Ждем минут 5. Это минимальное время заряда этой сферы. И у вас еще будет 5 минут, чтобы туда прыгать. Прыгаем вовнутрь. Все, вы находитесь в подземном комплексе. Там телепортировать в рандомные места. Ждем, пока кончится аномалия. У вас будет еще минут 10 после этого. После чего у вас будет опция активировать с пульта и начать установку связи с Лантией. Вставили ключ-карту, вставили локатор пульсаров, если есть дополнительные модули, тоже всуем. В пульт управления запускаем, нажав на кнопочку на пульте, идем обратно на место локации телепортации, ждем минуты две, аномалия зарядилась, у вас появится сфера, прыгаем в сферу, и вы будете здесь. С одним модулем, с одной карточкой, у вас будет 60 секунд, чтобы отсюда свинять. Если у вас еще есть два дополнительных модуля, это стабилизационный контур и модуль, еще один был. Сейчас я вам его покажу. Соответственно, если вы засунете все три, то у вас будет максимум 2 минуты 30 секунд. Это максимальное время работы портала, если вы установили все три модуля в пульт управления для коммуникации с Лантией. Итак, после того, как вы тут окажетесь, у вас будет над головой ваша сфера. Здесь сразу будет в районе валяться гиперокситированная кровь. И пару ящиков с лутом будет. Если времени в обрез, залезаем наверх, прыгаем обратно. Но если у вас нет такого костюма, как у меня, максимум вы сможете зайти, дойти, поправочка, до красной линии, соответственно. Просит вас только противогаз. Тут есть специальная надпись. Если же здесь есть гипероксидированная кровь, быстро вкололи в себя ее и побежали. У вас будет 30 секунд и можете побегать за зону. Рекомендую пойти вот в эту сторону, сразу сюда, и вы как раз успеете добежать. Тут не так далеко. Здесь все время спавнится фазовый регулятор расширенный, который позволяет держать портал открытым 7 минут 15 секунд. Но если вы его вставите после того, как здесь закроется портал из-за всплеска энергетического плюс сочетание с песчаной бурей, здесь будет убито все живое на Лантии. Да, вот такая вещь. По сути, на Лантии здесь можно жить вечно, если у вас есть этот костюм. По костюм чуточку попозже. Тут все время есть батарейки, кислородные баллоны,
меняете, живете дальше. Вот здесь найти не проблема, здесь она спавнится в виде физраствора в сборе. А вот с едой надо будет опять поискать, полутаться, найти гиперобсидированную кровь, всадить в себя, разгерметизировать костюм. У вас будет опять же 30 секунд те же самые, чтобы закусить. И опять можно тогда быстро герметизировать костюм, и все будет опять хорошо. Мантии, суть в антии — это ваш огромный сердечный комплекс, который еще будет добавлен в четвертом обновлении. Если кому интересно, обновление скоро будет. Ну, скоро, в этом году. Пока я сюда не начался, он обещал замутить на годовщину выхода, так сказать, Дейзи. Просто почему именно Ланти? Ланти находятся все нормальные пушки, М-ка полноценная, АУР, в том числе все большие рожки, все глушаки, М-овские, то есть натовские и тому подобные вещи. То есть это один из живых модулей, он пока здесь один. Эти баллоны потом должны быть съемные, но это, как говорится, не сегодня. Здесь жила пара ученых, которая смогла выжить после того, как была потеряна связь с совсем на майском, ну, сколько там, месяц они жили на припасах, пока не случился вторжение здесь у них. Да, если время достигает. Этот чел, ха, он был прав все это время! Серьезно? Сожгите это сейчас. Это когда Сумрак сходил со создателем карты Дерисла, Джон Маклейн или как его там было, сорян, с именами у меня проблемы. Они ходили вместе по его карте, и он показывал типа место и достопримечательности. Вот поэтому появилась здесь такая доска. Спойлеры по поводу следующего обновления. Апдейт контента 4. Комплекс Паласа. Диск 1 из 13489. Надо было использовать USB, но мы не можем найти здесь такое дорогое типа оборудование. Простите, команда. На диске это апдейт делать. Гениально! Ну и короче, дальше потом можно починить, но это опять в следующих обновлениях. Пушки спавнятся здесь же за этим же комплексом. Быстренько можно пробежаться. Тут есть разного типа ящики. Тут по сути есть пушки, есть гиперцидированная кровь, которая нужна, если у вас проблема с водой, едой, надо поменять противогаз, или у вас противогаз кончился, но вы можете пока жить. И здесь сюда ходят, так сказать, за пушками, здесь, как уже было сказано. АУР полноценный исполнится, есть и шанс полноценную М-ку. Ну и по сути и все. Ну и глушаки только тут спавнятся. Комплекс Пауса будет находиться вон в том месте. Он уже практически готов, если интересно. Могу показать. Здесь надо будет паркурчиком заниматься, но это все в последующих обновлениях. Потому что место, вот это место уже подготовлено еще два апдейта назад. Сейчас версия DZ 1.22. Если кому, опять же, интересно. Часть структуры здесь органическая, здесь, ну, много было добыто образцов разных. Место довольно очень классно, особенно когда, если у вас были все три модуля, тут довольно такие интересные спецэффекты появляются. Ну, это еще, как говорится, в будущих обновлениях. Ну, по сути, вот такая вот Лантия. Если вы один, то поздравляю, вы здесь застряли. Если же у вас есть еще человек, который вам сможет вас отсюда вытащить, то тогда там задержка около 15 минут между оптимизацией аномалии. Так что, как вариант, крафтим костюм, прыгаем сюда с огромной сумкой, берем его, то есть просто, если именно относительно неполный сервер, выкидываем все из себя, оставляем только перевязаться, попить, перекусить, мало ли что. Прыгаем сюда с большой сумкой, облутываем всю Лантию, как
как раз пройдет минут 15-20. Сообщаем своему другану, или с кем вы там играете, чтобы он опять активизировал портал. Как только портал активизируется, поднимаемся здесь наверх. И просто в него прыгаем. И вы опять будете в подземном комплексе А3. По поводу костюма. Как скрафтить костюм? Вам нужно будет 5 вещей. Это опять ключ-карта доступа. Диск с данными, с чертежами этого костюма. И 3 филамента. Синий, красный и оранжевый. Чаще всего филаменты спавнятся в районе острова Тара в Технолуд. Если это опять ванильный конфиг. Нашли филаменты, ключ-карту взяли, диск взяли, где найти диск? Диск спавнится на острове Тара, по правую сторону, остров Тара, вот этот весь пятачок, он спавнится от верхнего пика вдоль берега и до моста, то есть снизу моста, то есть вдоль берега, вес побега, чтобы найти диск. Диск спавнится один на всю карту до следующего рестарта. То есть, если кто-то его подобрал, лежит лодка, диска нет, документ лежит, или просто лодка есть, шлюпка спасательная, виноват, от платформы Феникса, то поздравляю, вы опоздали. Надо или ждать, пока он не спавнится, она живет в среднем где-то, как обычный краш-сайт ванильного конфига. И опять бегать, искать по всему берегу в этот несчастный диск. Ну, как я помню, этот диск спавнится только один. Идеальный вариант. Идеальнейший вариант, как скрафтить костюм. Собрали элементы, диск нашли, ключ-карту. Даже если нету, идем на главный остров, где-нибудь в этом пятачке берем. Переплываем до ледника, берем кучу тряпок, химгрелок, палочек, чтобы согреться, чтобы постреливать. И идем на подводную лодку СКАТ-12. Здесь можно переплыть или обойти поверху и ни разу не замочив ножку. Как только нашли ключ-карту, просто идем вниз. Тут придется всего лишь плыть, по сути говоря, два раза. Это в этом месте и у самой платформы Феникс. То есть не надо будет переплывать весь этот пятачок. Но опять нюанс. С последним апдейтом 1.21 Феникс был чуточку изменен. Теперь, чтобы там что-то сделать, нужно полная химза и трубный ключ. Зачем нужен трубный ключ? Чтобы перекрыть газ, который там находится. У вас будет минута и где-то 30 секунд перед тем, как давление опять не прорвет, начнет прорываться через кран. И опять будет вся платформа, буровая платформа Феникс в газу. И все, костюмчик скрафтся, теперь вы можете плавать, где хотите, вы ничего не промочитесь. И у вас есть костюм. Если есть костюм, то с Ланти проблем не будет. Костюм занимает 140-130 слотов. Шлем чуть больше, чем стандартный шлем. Ну, как бы вот такие пирожки. Ланти довольно классно. Не знаю, мне нравится, особенно с эффектом расширенного модуля. Если кому интересно, немножко что будет, если его использовать и остаться здесь. Видео на канале есть без комментариев. Просто наблюдаю, так сказать. Вот, вроде бы рассказал, что и как, зачем, почему, где получить костюмчик. Есть, ключ-карта есть, чертеж на костюм есть, вроде бы все есть. Всем спасибо за просмотр, заходите, пока.